Привет, Селезнев Артем, коротко о сути работы YouTube. Pokemon Go. Я наблюдал с самого начала, как стала просачиваться вся эта информация об этой игре с геолокацией Pokemon Go. И очень много было комментариев, типа, да что это за хрень, так откуда она вообще выползла, это Pokemon. Не могли понять, но тем не менее, все равно новости распространялись. Отечественные блогеры на Ютубе, паблики ВКонтакте с мемами, они подхватывали западных источников вот этот свежачок. Вот этот, думали, что это хайп, и как бы о нем надо успеть рассказать. И настолько быстро это все распространилось, настолько было большое вовлечение, что тема действительно пошла хорошо, даже политики начали с религиозной точки зрения начали обсуждать. И ну, молодежь, конечно, уже играет, а взрослые только обсуждают. И обсуждают. И тем не менее, уже сейчас нету таких комментариев, что это за игра, что это такое. А действительно ли Nintendo поднялась в цене за акцию и все. То есть, для того, чтобы словить такой хайп, как у Pokemon Go, достаточно убедить в этом всех остальных, что ты популярен, что ты известен, и тебе нужно говорить, успеть сказать.